Привет всем! О, привет! Для тех, кто не следит за новостями в моей группе ВКонтакте и не смотрел последний стрим, вы можете посмотреть имя победителя, который выиграл камеру AC1Z2 в моей группе ВКонтакте. Для тех, кто не выиграл камеру, не отчаивайтесь, потому что в AC Robin только что вышла новая модель Z5, и вы можете ее купить по сладкой цене. Если назовете код Мишаня, получите скидку 500 рублей, так что спешите, покупайте. Камера снимает Ultra HD 4К при 30 кадрах в секунду. Новая крутейшая матрица, которая выдает очень качественную картинку при реалистичных и приятных цветах. А главное преимущество Z5 то, что производитель дает бесплатно внешний микрофон. Ни в какой другой экшн-камере нет внешнего микрофона, поэтому звук не очень качественный, а здесь бесплатно вам дают в комплекте внешний микрофон. Также противоударный бокс, много креплений. А для тех, кто не любит рыбий глаз, расширение 170 градусов, как сейчас вот моя камера снимает, есть альтернативная версия Z5 SE, которая снимает при 90-градусовом угле. Снимает, в общем, под прямым углом, как обычный фотоаппарат. Спешите приобрести крутую камеру на сайте Robinshop, ссылка в описании. Так как камера только появилась на сайте, она еще не успела дойти ко мне в Украину с России, поэтому как только она придет ко мне в Украину, я сразу же вам сделаю полноценный нормальный обзор с катанием и так дальше. Я вас всех очень люблю. До скорых встреч. Наслаждайтесь просмотром видоса. Сука, 10-летнего шреддера. Давай. Сейчас у нас будет Game of Bike Street Shredder против Dirt Shredder. Давайте по одной попытке трюка и одна мулиган. Давай дизастер на фейке. Давай. Тільки серйозно граємо, не піддаватись. Є. Женя. Буква? Не пробуєш? Женя загадал трак-драйвер. У Лехи даже нет шанса, да, Лех? Трак посажен. Буква? По одной букве. Бар на фонбоксе. Ай, Леха, потерял шанс. Женек, иди, дай, пожалуйста. Через фонбокс. Давай, приземку. Да! Ну что, Леш? Не, буква. Буква? Дволы? Ты один трюк не делаешь, и все, и ты теряешь шанс выиграть. Давай, табаган. Конченый? Че конченый? Да. Ай. Твоя очередь. Хай догадайте, Леша. Хохубак. Да. Хохубак. Оу. Женя, твой любимый трюк, если не экипи на налитик, ноль и крем. Ну нахер ноль и крем, давай просто крем. Ну, Олег Рэнк он заказал и сделал. Давай, Женек, делаешь? Будешь делать, не? Давай ты икса пускат. Буква, да, Жень? Так. Сколько букв уже? Три? Алёша, а в тебе? Три. Ё-моё. Давай ты треху скидки. Ай, Женя потерял свой шанс на победу. Ну, вытекайся. Леха, у тебя есть шанс сейчас победить. На пирамиде? Слушай, Женю, по стритовым. Не умеешь? Ой, я не успел снять. Женя не умеет фейки. Че ты его слушаешь?
Он же не стритер. А я не дёртик. Давай, давай, давай. Давай, мулиган. Последние буквы можно еще взять, мулиган. Давай, Женя. Последняя попытка. Леша победил. Давай, Женя, 5. В следующий раз реванш возьмешь, Женя. Заграем на бармах. А ты думаешь, что я на бармах не буду ничего такого заказывать? А ты думаешь, что я на бармах тебе? Вони эти кренки не зробишь. Кренки не зробишь. Что ты там ще не зробишь? Мы тільки з виліту граємо. А я і з виліту кажу. Бонус трюка 10-летнего шредера. Давай. Ох. Этот фонбокс опасный, Женя. Он очень короткий стол имеет. Еее. Полиция, да, Женя? Ты проиграл, потому что ты с полицией, а он бандит дерзкий. Хулиган. Да, не. Не. Стоило ли ему это делать? Не стоило. Еее! Давай, Женек, молодец. Да, я сел. Чё моё? Далека сел. Мне мешание тихо. О, кота. Я пошел го. Позамітав в дворі. Подивився зі стрій. Пішов катати. Дуже так сподобалось жесть. Як буржуйське відео. Круто, ну давай опять. Все, теперь выбираем. У Лехи вместо педали 4 были, когда он катал. Да. А в современном поколении Женек в этом возрасте уже на нормальном бэме ты лыб садит. Встреча двух поколений. Не на дуже нормально. Нормально. По сравнению с тем, что у нас было. Ну, да. Женя выбрал себе на первое место розовый котелок. Для тех, кто хочет шары, я сейчас разыграю раму свою подвесную и вилку. Чтобы участвовать, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на этот канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео, потому что они выходят очень хаотично и рандомно сейчас, до встречи. Я вас всех очень сильно люблю.